Александр, поздравляю с победой и прошу вас под традиции прокомментировать матч. Ну, хорошая игра, в общем-то, в первом тайме такая. Играли, в общем-то, с преимуществом, организованно и создавали моменты. Единственное, удалось реализовать, но во втором тайме произвели ряд замен, и, соответственно, немножко стройность пропала. Но, тем не менее, забили и, в общем, имели еще ряд моментов. Но, в целом, я доволен. Первая игра, которую, в общем-то, так положительно отношусь. Всегда так скептически отношусь. И с большой долей критики к любой победе. Здесь есть тоже ошибки, недостатки по отдаче, по содержанию. Еще раз говорю, в первом тайме мне очень понравилось. Александр, не показалось вам, что излишне агрессивно соперник был настроен? Да нет, не показалось. В общем, такая боевая игра. И такие... Все хорошо готовы функционально. В общем, хорошее поле. Достойный соперник, тем не менее приятно, что в общем-то выиграли, еще ряд моментов. И вот именно в первом тайме, вот именно содержание игры, то, что мы хотели, там смена направления атак, хорошо себя провел Сальников, где-то зацепиться, форвард, который цепляется, за мяч, который в общем-то. Ну, в общем, в целом всеми игроками был доволен. В первом тайме, второй тайм, немножко что после травм Гарбуза, там Вики, немножко стройность пропала, пришлось менять игроков немножко не по позициям. Но, тем не менее, в общем-то. Еще раз говорю, во втором тайме были очень хорошие моменты. И, в общем-то, еще раз говорю, даже моментов голевых было гораздо больше. У нас нет, еще предстоит, как говорится, вот концовка. Хотя, еще раз говорю, переход из обороны в атаку, из средней линии, смена направления атаки. Это вещи, которые я просил игроков, которые меня тревожили на протяжении всех моментов. Тут как раз так получалось, проходило.